Теперь за ситуацией в одной из самых горячих точек Донецкой области Широкино будут следить с помощью видеокамер. Сегодня в поселок необходимую технику привезли представители ОБСЕ. За тем, как идет монтаж оборудования, наблюдала Татьяна Уралова. Эту громоздкую конструкцию сегодня привезли в Широкино. Не помешали даже сложные метеоусловия. Установить здесь видеонаблюдение договорились еще в апреле. Однако воплотить идею удалось лишь спустя 9 месяцев. Коли мы кажемо, что відбулися порушення режиму припинення вогню, это действительно будет відповідати дійсності. І російська сторона, яка змушена буде погодитися з тим, що порушення має місце. Тому що на теперішній час вони не хочуть підтверджувати порушення. Ми не бачили. Две камеры установят на высоте 18 метров. Чтобы наблюдать за обстановкой круглосуточно и в режиме реального времени, в соседнем Лебединском смонтировали усилитель. Пульт управления находится в Мариуполе в офисе ОБСЕ. По мнению украинских военных, камера с обзором в 360 градусов позволит получать более объективную картину о нарушении режима тишины. Пока из-за плохих погодных условий монтаж установки займет несколько дней. Потребуется порядка 8 часов для работ на этой точке. Учитывая сложные погодные условия, мы не можем сказать, сколько точно времени это займет. Сегодня в 17:00, согласно нашим условиям, мы должны вернуться на базу. Ночью мы не можем здесь оставаться. Сегодня-завтра развернем земельные работы, а когда закончим, приступим ко второй части монтажа. Представители ОБСЕ заявляют, всю информацию с камер будут анализировать исключительно сотрудники мониторинговой миссии. Татьяна Уралова, Александр Давиденко. Специально для телеканала «Донбасс».